Отчетно-выборная конференция профсоюзного городского собрания началась со слов о значимости работы профсоюза для предприятий Сарова. Глава города Алексей Сафонов и председатель городской думы Антон Ульянов коснулись вопросов о современных проблемах и задачах профсоюзной организации. Профсоюзы всегда обладали очень значимой, очень решительной силой. И те организации, те территории, где профсоюзы имели понимание развития, имели желание работать и взаимодействовать, всегда отличались определенной энергией для этого развития. Статус и влияние профсоюзной организации повышается тогда, когда профсоюзная организация по-настоящему отстаивает права, интересы работников, членов профсоюза в первую очередь. И, на мой взгляд, вот этому направлению нужно уделить очень серьезное внимание. На конференции на повестку дня вынесли отчет о работе территориальной профсоюзной организации Сарова в период с 1 декабря 2016 года по настоящее время. Также состоялись выборы нового состава территориального комитета профсоюза. На конференции зачитали отчетные доклады ревизионной и мандатной комиссий. А также ревизионная комиссия, казначей и секретарь. Это люди с высокой гражданской активной жизненной позиции, неравнодушные профессионалы своего дела. Делегаты утвердили основные направления работы профсоюзной организации на ближайшее время. На основе открытого голосования в новый состав территориального комитета вошло 23 человека. На заседании профсоюзного комитета выбрали и нового председателя. Им стала бывший депутат законодательного собрания 6-го созыва Нижегородской области Марина Семеновна Еменцева. И город живет, а проблемы они общие. Любую проблему можно решить, если ее решать. И при вашей поддержке, спасибо вам огромное, я думаю, наша профсоюзная организация и наши ветераны, и бывший актив, конечно, добьется тех целей, которые перед собой ставят. Спасибо вам огромное. В планах у нового председателя увеличивать количество членов профсоюзной организации, а также совместно с администрацией решать трудовые и социальные вопросы рабочих коллективов города. Светлана Юрунова, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.